Как впечатление? Впечатление? Есть вопросы. Есть вопросы. Все, что там... на эту сторону, хорошее. Нет, видовые, конечно, характеристики чудесные, что говорится. Да, вопрос просто посмотреть, как тут с нормальным будет ограждением, да, как это будет выглядеть, насколько это вид потеряется или нет, потому что еще ограждение полностью не выполнено. Ну и вопросы, конечно, да, по возможности здесь какой-то навеса, крыши и прочее. И да, вот эксплуатация, конечно, этой чудесной пати, она будет очень такая малосезонная, мягко говоря. Зима-то у нас длиннее лета. Поэтому, конечно, это тоже надо додумать. И какие-то здесь, в общем, дизайнерам и архитекторам здесь есть над чем голову поломать, чтобы это было реально комфортно. Потому что все-таки рядом есть дома высшей этажности, и, в общем, не очень комфортно будет. В смысле уединения, да, не во всех точках возможно. Поэтому здесь есть над чем голову поломать. Да, ну а так приятно, что она уже выполнена, да, что все-таки есть плитка, что это не просто эксплуатируемые крыши, а уже сейчас работа какая-то сделана.